Здравствуйте, дорогие мои. Я матушка Рыбка. Здравствуйте, матушка Рыбка. Хотите услышать еще одну историю? Да. Перед Тайной вечерей, последним ужином со своими учениками, Иисус припоясался полотенцем и стал омывать ноги ученикам своим и вытирать их полотенцем, которым был припоясан. Иисус так любил воду. Да, конечно. Один из его учеников, Симон, называемый Петром, не хотел, чтобы Иисус омывал его ноги. Однако Иисус убедил его, и тогда Симон Петр сказал: «Тогда омой мои руки и голову тоже». Но Иисус ответил, что в этом нет нужды. Когда же он омыл ноги их и одел одежду свою, то вновь сел за стол и сказал им: «Знаете ли вы, что такое я сделал вам?» Как вы думаете, ученики это поняли? Иисус сказал им: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо так оно и есть. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же самое, что я сделал вам». И добавил: «Блаженны вы, если, зная это, вы и поступать будете так же». Кто догадался, что Иисус имел в виду? Служение, служение другим. Отлично, молодцы. И никогда не думайте, что вы выше служения другим, даже в вашей рыбьей стайке. На сегодня урок окончен, ребята. Что ж, мои маленькие рыбки, на сегодня урок окончен. До встречи!